Так, давайте смотреть, по-моему, уже игра идет. Девс против ЦБ. Сейчас запилю счет. Так. Сейчас сделаю счет. Макс, я вот когда играю с другом в контру, у него нет микрофона, я чувствую себя дураком, что сам с собой разговариваю. Это вообще нормальная тема. Можешь его мошнить, он тебе ничего не скажет. По понятным всем причинам. Ты чувствуешь, что ты не виноват в поражении. Виноват твой друг, у которого нет микрофона. Так, ЦБ. 0-0. Так. Все, счет я сделал. Извините, что не показал вам этот раунд. Я думаю, вы переживете. Так. Передай привет капитану команды Экстенда. Сделал. Давайте после. Все остальные приветы. Смотрим. Девс 6-0. Впереди. Клацаем. До цифры 6. Они в защите. За более сильную сторону ЦБ взяли там, по-моему, несколько раундов у французов. В общем-то, и все их заслуги. Давайте посмотрим вообще за мясом. Банку их называют. Смотрите, какой пацан вообще. Поп-поп. Получил банк. Поп-поп. Второй получил. Ну, давай третий. Танаса. Есть такой игрок в Донецкой металлургии. Ну, ладно, состав потом представлю. Ой, как неудачно залазит, такой толстый. Откормленный испанец, не пролазит. Так, за ЦБ играет Сильвиан, Танаса, Чиксо. Чиско. Или... Ну, как-то так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Смоки. И диджей Чарли. В общем, ладно, что не придумал с их никами. За Девс играют Мат, РМН, ДЗТ, Дарки, Кезнит. Который обычно казнит, ну или его казнят. Без вариантов, на самом деле. Идет замес на замесе. Так. Макс, ты не устал весь день что-то разговаривать, объяснять? Да, конечно, устал, вы что думаете? Она по приколу первые 20 минут, потом надоедает. Реально патронов точку летает, ну, как тебе сказать. Я не знаю, как патроны в точку летят, но как бы в перекрестие летят, но они и так летят. Такая, ну, как бы, все равно спрей-то идет. Ну, давайте посмотрим за ЦБ, посмотрим, что за ними. Уже за португальцами мы насмотрелись. Ну, делаем минус, молодца. 2 по 0.9 идут. Ну, собственно, в чем причина этой команды, что она появилась. Одна команда из группы Б, я забыл, как она называется, она отказалась играть, их перенесли в группу Д. Пришлось вот эту команду добавлять, у которых даже Стима нету, поэтому они играют с нон-Стима и специально сделали сервера какие-то мультипротокольные. В общем, там целая история. Ну, так как мне сказали, на самом деле, может быть, немножко все по-другому, но... Ну, так вот мне сказали, тип уже 0.10 идет. Оп-оп-оп, а вот типуля еще почти разменял свой рулон. А вот, кажется, первый раунд. Ну что, 1 в 3. Тащит или нет, принимаю ставочки очень быстренько, так. Попадает или нет, стреляет, не попадает. Интересно, Танасу прошьет или нет? Тащит, пишут, но нет, нет, не тащит. Не прочекал, не прочекал. 9-1 счет. Я забыл немножко со счетом. Не так страшно. Давайте посмотрим. Возможно, это камбэк. Ну, или хотя бы начало. Давайте смотрим за смоки 669. Это заявка. Пропустил всех своих тиммейтов, думает, ну да нахер я буду первым умирать, да я лучше поживу. Откидывают просто адские флешки, ну ладно. Промахнулся, выходит диджей, минус один. Все правильно.
смотрю на перестрелки с бесполезными в подсаде. Там уже есть инфа, что челы окружили яму. Теперь нужно два варианта. Либо идти коврами, либо отбиваться. Они выбирают второй, остаются и начинают окапываться. Копать окопы и пытаться как-то отстреляться. Но вот это достаточно глупо. Хотя, смотрите, попал в голову. Ну там ДЗТ скорее промахнулся. Очень серьезно. Ну вот все. Уже бородень, потому что тиммейты завозились. От нас остается один, крысит, в то время как его тиммейт пытается что-то сделать. Ну все. Ну тут как бы на паблике, ну так и есть на самом деле. То есть как бы КТ чувствует, что атака вообще ни о чем. И этим пользуются, поэтому такие расклады. Макс, а почему ты не стримишь Fnatic? Ты же сам говоришь. Ну, Fnatic играет через полчаса, ребят. Мы успеем эту игру досмотреть и посмотреть еще Fnatic. Как бы, поэтому мы Fnatic в любом случае посмотрим. Так что не переживайте. Ну, я даже не знаю, что показывать вам. Просто все так быстро происходит. Ну, 0.12 типа идет. Давайте за ним посмотрим. Кто это у нас? Смоки. Включаю смоки. Смотрим за смоки. Он идет 0.12. Я даже переключать не буду, просто посмотрим. Молча. Печаль. Пошли, вырубили смоки. Ну тут как бы. Тут на кураже уже бегают контртеррористы, их уже не остановишь. Давайте дальше смотреть. 0.13, это уже заявка на самом деле. Ну, тут как бы эко с гранатами, но вот странно, что никто флешку не откинул даже. И, ну, как бы не остановил раш КТ. Просто все как-то с дымами в руках, накидали каких-то хаешек непонятных. Ну, немножко странно. Ладно. Продолжаем смотреть. Это уже 0.14, ребята. Пал или пропал? Для смоки это просто раунд жизни. Так, так, так. 0.14. Остаться 3 в 3. Ой-ой-ой, смоки. Ой-ой-ой, смоки, ну что ты будешь делать? Делают скриншоты и вылаживают на Браблей. 0.15, смоки 669, нефартовый ник. Перешел минус 1 на 16. Ну, что поделать. Не повезло парню. 14-1 счет. У них один смоки тащит. Ну да. В общем, как бы тут комментировать нечего, поэтому уж. Я даже не знаю, что сказать в таких случаях. Ну. Девс просто летают по карте, как бы. Полностью расправив свои грачевские крылья. Ну просто, ЦБ уже просто потухли. Я не скажу, что прямо вот какие-то совсем уж мясные пацаны по стрельбе. Просто что вот КТ полностью летает по карте, а ЦБ уже потухли. Они понимают, что их сейчас загоняют, они морально упали. И как бы я не знаю, насколько они там слабые такие. Но я думаю, они посильнее, чем кажется. Ну, может быть. Не знаю. Ладно, давайте смотреть за смоки, что ли. Может, сейчас на пистолетке отыграется, копил силы, и сейчас вот выложится на все 100, даст эйс, еще убьет 4 своих, и это будет самый эпичный минус 9 в игре. За всю историю. Ну, давайте смотреть. Засада на 5. Интересная тактика, но вот с гранатами. Готов взрывать главку, но вот, дает инфу, наверное, что ковры. Нужно сейчас взрывать сразу плент. Туда закидывать. Большие. Ну, кидайте хаеш, что ж не кидайте-то. Ой, все хаешки давно улетели. Все, это борода. Нужно было как-то вместе кинуть эти хае.
Смоки с нулем. 15 раундов у Девс. Меняю их местами. Макс, знаком лично с Филатом? Нет, не лично, не даже как-то через интернет. Я знаю его существование, он на моем, возможно, тоже. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Спрей. Кстати, обратите внимание, сливают СБ. Несмотря на то, что у них уже 15 минут проигрывают, решили не закупаться, решили слить. Ну что, 16-1. Победа команды Devs, но я думаю, мы еще посмотрим пару раундов, пока там фнатики не начали еще ничего. Сейчас я, кстати, включу, чтобы не прозевать фнатики против Кокетта. Еще нету, IP появится через 8 минут. Скучная игра, да ладно, ребят, это just fun. Это просто фан, включаем кого-нибудь из CB. Да кого хотите, тут сейчас будет цирк. Опа, бежал, упал, ладно. Давайте дальше смотреть. Что-то я не тех включаю, никого не могу угадать пока. Смоки слишком жесткий для ЦБ. Он не может раскрыть полностью свой потенциал, потому что его тиммейты слишком сильно тупят. Ладно. Смотрим за Смоки. Вот Децл не хватило совсем чуть-чуть. Он был близок как никогда. Он, наверное, уже просто... Уже предвкушал, как у него будет плюс 300, он сделает фраг, и он закричит «Найс! Сосать!» или что-нибудь в этом духе, но вот чуть-чуть не хватило. Ах! Ай-яй-яй-яй-яй! Чуть-чуть. Ну ничего, главное не расстраиваться, ребята, не падать духом. Я думаю, у него все впереди, включаем смоки. Нет, там пошел выход на, включим кого-нибудь на. Ням-ням-ням. Диджей, ой, ну как неудачно-то стал, но ты же знаешь, что будет выход, ну, это совсем уж открыто. Я думаю, нужно было как-то откинуть гранаты, тем более, что они явно были. Стало ж на отца, ну, не прокатило, как сейчас с двух сторон лезут. Зато хорошо закрыть этот пацан, хорошо сыграл. Ну и Смоки такой бежит, а волосы назад, и Дарк его причесал по этим волосам. Так. 18-1, по-моему, счет, если я не ошибся. 4. Да, 18-1. Включаем Смоки. Мокимо. Идет на А. Сделали немножко перемещение. Вот теперь Танас 1 на Б. Как отец. Наверное, капитан команды всегда говорит, идите в 4 А, я 1 Б возьму. И смотрим за Танасой. Просто Кэптон. Кэптон хедшот. Какой вообще... Мужик остановил раш, разменялся, не самый плохой вариант. Ну и что? Конечно, он походу без гранаты был, потому что нужно было что-то откидывать. В любом случае, иначе, ну, это на самом деле опасно. Ну что такое? Ну, ребята, соберитесь. Что вообще за дела? 19-1. Смоки 0.5 и 0.20 смоки. Если он закончит 0.30, я просто умру. Вообще. Это будет самый эпический эпик в истории. За две стороны не дать ни одного фрага, это нужно суметь. Так, ладно, давайте смотреть. Где там смоки? Смоки, моки, мо. С кольтом идет. Опа-па-па-па-па-па-па! И смоки делать фраг! Да ель же ж, пацаны! Отбейте пятерочку. Пишет все ура-ура, но не будет у нас 0.30. Да ежишь. Девайсы дома забыл. Да я не знаю. Возможно, забыл вот выравниватель для рук. Закрутили слишком. Ну, не знаю, ну, это такое, как бы, понимаете, когда, ну, ты проигрываешь, ну, 30-0, у тебя падает мораль, и ты уже не знаешь, что тебе делать, и ты еще заканчиваешь с рулоном первую сторону. Вот, видите, смотрите, что сейчас будет. Сейчас будет цирк. Ну, тип хорошо сыграл, на самом деле. Пропустил всех, дал минус, но
Единственное, что не хватило, конечно, стрельбы, может, переволновался, что мог там всех вообще всех спину убить, но тем не менее. Смог еще не слышал, тут поставит. Уже два минуса. Зато у нас другой может быть рулон. 0-0-7 идет чувак. Диджей. На местном раунде. Сделал конкурс, что больше врет, никого не убьет, смоги победит. Смоги разошелся, пишет. Но он за два раунда дал больше, чем за 18 предыдущих. Ой-ой-ой, там раш поджим с Б, и как-то все флешоны стоят. Ой-ой-ой, ой, ну как же так неудачно. Ну, ребят, ну без флешек выходить Б пушить, ну это совсем уже дебилизм. Сильвен делает один минус. Его минусует, у нас 0-8, второй президент. Ой-ой-ой, вот это была игра на корточках. Опасная. Ладно. В Нанива вместо Эдварда. Ну да. Пошел уже просто жесткий троллинг. Команда ЦБ. Сейчас просто вот ЦБ будут на расхват. Их игроки, все команды захотят укрепиться испанскими легионерами. Ой, ну слепой, ну вообще, смотрите, что... Дарки просто олень. Что я могу сказать? Это ж нужно 30 патронов и не убить. Ну не знаю, возможно он слепой был, хотя вроде бы нацелился и как-то заспреил вообще. Но диджей делает минус, уже второго рулона не будет. Прорали все. Оп-оп-оп, смоки. Один в два. Смоки, 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 один в один. Решающий раунд, смоки, смоки, давай, хорош, минус три, смоки. Что творит чертяка? А дефузов-то нету, ну дефа и смоки ты сможешь. Смоки минус три, ничего себе. Это тот парень, который закончил с рулоном, а вы говорите. Пацан воспрял духом. И взял раунд для своей команды. Это второй раунд. Смоки просто сейчас отбили все пятерочки. Смоки выходит на первое место. И 8 на 8... Вообще. Дымки мойки. Красава Вауан. Можно сказать. Тагилы. Хелдворк в панике. Кстати, еще не играть, нет, там ЛТВ должно через минуту появиться, поэтому мы досмотрим еще один раунд. Это 20-23-2. Сейчас, подождите. О боже, какие-то иероглифы опасные. О, начинает худить. Макс, так смешно смеешься. Окей, прочитал. Не надо 8 раз это писать. Могу для тебя еще раз посмеяться. Спешил хую. Так, сейчас я посмотрю, что там с ХЛТВ фнатиков. Нету еще. Шо нема. Залетают игроки атаки. Ну, ты, короче, в говно называется. Ладно. 10-1 счет. Тут уже заявы. Макс, ты откуда? Город. Адрес. Пошли выйдем, поговорим. Вообще опасные предъявы, я смотрю, мне. А смоки убили, только что, какая незадача. Давайте статистику посмотрим. Сиско 1 на 11. Прогнал свой. Ой-ой-ой, ну как-то совсем развалилась игра у ЦБ, хотя ее, в принципе, по сути и не было.
С Ямайки с подвала. В Макеевке в подвале сижу. А, ну, в общем, ладно, забей. Филиппер Дрищенко. 11-1, счет второй половины. Я уже сбился, какой вообще счет? 14 плюс 11, 25. 25-2. Да, мне только что написал Дима, что организаторы начинают просто сжечь напалмом, добавили в группу С еще одну испанскую команду, которая по скиллу очень похожа на команду ЦБ. Ну, как мне сказали, и, короче, еще прибавьте лишний час к задержке. То есть, закончить мы сегодня закончим в 5 утра. Это я вам, ребят, говорю на полном серьезе. Это как бы без шуток. И, ну, я до 5 вряд ли продержусь, поэтому мы, наверное, закончим с вами на каком-нибудь интересном матче. Скажи, быстро шла Саша по шоссе и сосала сушку. Сказал. Так. Смоки-моки-мо принимает, просто принимает сам Бэплэн. Это просто надо вписать в аналы истории. Оп-оп-оп, выбил бомбу. О, минус 2, смоки, что творит? Рлот, рот. Хорош, прятался за ящик, все правильно делает. Тут ему пришел тиммейт, они контролят бомбу. Делать все грамотно, минус 3 от смоки, давай на эйс. Ай, мужик, чуть-чуть не повезло. Подлые враги кинули хае. Ну, смоки хорошо отыграл, грамотно выбил плен, все сделал четко. Не знаю, не откинул ни одной гранаты. Ну, не знаю. Возможно, это не их стиль. Гранаты это для слабых, ребята. Вот стоять просто на прием с кольтом, вот это настоящий показатель силы. Смоки разошелся. Но он лидер своей команды, 11 на 13. Я думаю, почти в два раза больше фрагов не был, чем все остальные в его команде. Он даже набил больше, чем Дарки. Да вы говорите. Поскольку 27 уже, да. Последний раунд остался. Дайте ссылку на модели игроков, плиз, Google в помощь. Макс накакал на смоке, он начал раздавать. Это новая презентация. Ну, так красава смоки. Надо радоваться за пацана, что он не отчаялся и во второй половине дает просраться вообще. Иногда. Редко, но дает. Редко, но метко. Ох, ты что, ты будешь включаю смоки, он единственный, кто может спасти этот раунд. Дал минус, ну. Это лоу тиммейты, видите? Он, смоки единственный, кто дает минус вообще в этой команде. Он еще Танаса одного убил. 14-1 счет и как бы и все. 28-2 общий счет этой игры. В Google фиг найдешь. Ну, значит, ты плохо ищешь. В Google можно найти абсолютно все. Так. Главное правильно сформулировать свою мысль. Макс, передай привет, пожалуйста, Каристу. Передал. Пишите лучше в общий, если привет, потому что в личку захожу редко. Так, сейчас сделаю стоп-старт и еще посмотрим, что к чему.